операции подполковник Александр Шубин. На центральной улице города специальные автомобили группы гражданского сатуры и салон центральной города. Группа способна активно выполнить задачи по распределению взрывоопасных предметов с большой эффективностью и безопасностью. Кодов автомобиля транспортного типа со специальным оборудованием для распределения. Старший машинист, старший лейтенант Ирина Кузьмина. На центральной улице проходит автомобиль специального назначения «Тигр-5». Ранее автомобиль был назначен для перевозки личного состава различных грузов с обеспечением приходных систем, а также монтажа оружия и военной техники с обеспечением требуемого уровня производственной и противоположной защищенной. Автомобиля «Александр Дураков». За перебывание ГАЗ-М1, знаменитая «Энка». ГАЗ-М1.
советский легковой автомобиль, серийно производившийся на Горьковском автомобильном заводе. За рулем капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Мостиков. Сколько тяжелый грузовик ИС-5В, основной автомобиль Красной Армии. Сегодня он курсирует 76-мм дивизионное орудие ДИС-3. По рулем автомобиля ИС-5В рядовой запаса Роман Юрченко. В составе колонны газогенеративный автомобиль ИС-21. Средний броневой автомобиль ПА-3 оснащен двумя характеристиками ТТ-29 40-мм орудием, использовались в войне в Испании, а также в Советско-финской и Великой Отечественной войне. За рулем автомобиля рядовой запаса Иван Купецов, командир машины, старший лейтенант запаса Николай Шарапов. Дорогие друзья, перед вами легендарная «Катюша», самая массовая советская боевая машина этого класса. За рулем начальник производства Кузнецкого автомобильного завода рядовой запаса Никита Терешкин. Перед трибунами американский грузовик высокой проходимости Studebaker U6 советской реактивной системой залпового огня ПМ-31-12 калибра 30 мм. Прозванный в народе Андрюша. За рулем директор Кузовийского авторемонтного завода старший лейтенант запаса Виталий Берук. Имени Макарова, а также военного оркестра Ставро-Тихоокеанского флота. Музыкальные строи военные дирижеры. Лейтенант Тимофей Артемов, старший лейтенант Роман Шкатрин, капитан-лейтенант Станислав Ананьев возглавляет свод оркестра начальник военного оркестра, начальник военно-морской службы Тихоокеанского флота, капитан третьего ранга Илья Сергеев. Под звуки бессмертного марша России Агапкина прощается с славянами, с водами военный оркестр покидает площадь. 9 мая – праздник с историей. Пусть не сотрутся из нашей памяти победы не 45-го. Пусть мир будет крепким, отношения между странами добрососедскими, а между людьми царит взаимопонимание. Пусть наши дети узнают об ужасах войны лишь по истертым временем крови. С великим праздником, который отмечает вся страна. Дорогие друзья, с Днем Победы!